Классный турнир, как всегда, очень высокий уровень. Конечно, Питер поднимает планку. Праймкрафт. Сила в качестве. Привет каналу Бодимания. Сегодня мы находимся на чемпионате Санкт-Петербурга по бодибилдингу. Меня зовут Михаил Лапуев. Выступал недавно на Кубке Воронежской области, где я стал абсолютным по юниорам. Также выиграл категорию мужчин. Выступал на Кубке Белгородской области, где стал абсолютным среди мужиков. Вот, и сегодня буду выступать на чемпионате Санкт-Петербурга в категории свыше 75 килограмм. Вес у меня небольшой, всего лишь 80. Но будем стараться вывозить пропорциями, качеством, позированием. Выступал в категории юниоры свыше 80 килограмм. Вот занял второе место. До вчерашнего дня я держал безуглеводку. Сегодня съел 300 грамм каши, пришел, опоздал на грим. Не попампился, вышел. Бог дал второе место. Встретимся на Кубке Москвы, там будем показывать пиковую форму. Отдельное спасибо хочу сказать Андрею Попову. И, конечно, проекту «Теперь ты всеми». Всем привет, меня зовут Соколов Назар. Сегодня мы находимся на Санкт-Петербургском чемпионате по бодибилдингу в СКК. Я выступал в категории до 75 в юниорах. Сейчас жду произвольную программу. На этот сезон планы, категория в принципе остается та же, 75, просто у меня улучшенная в принципе форма, да, за счет не набора, а больше проработки мышц, скажем так, наверное. Будем бороться в абсолютках и в мужиках, и в юниорах, посмотрим, что будет. We'll be right back.
Здрасте, меня зовут Алексей Лисуков. Всем привет, я Лисков Илья. Пришли поддержать своих друзей и, в общем-то, ребят, которым помогали готовиться. Категория юниоров средняя, не очень сильная. Порадовал очень Назар Соколов до 75. Красавчик, как всегда, выходит. Я думаю, ему уже пора выигрывать мужчин и переходить в следующую категорию. Привет, канал Будимания, меня зовут Гбекова Арина. Только что я стала абсолютной чемпионкой среди юниорок, вот, чего я вообще не ожидала на самом деле. Я даже не думала, что войду в пятерку лучших. Девочки, я хочу вам пожелать, что, самое главное, не стесняйтесь и не бойтесь. Я знаю, что есть такой стереотип, да, что вы думаете, что бикини — это что-то непристойное, неприличное. Многие говорят о том, что вот как я выйду в купальнике на сцену. Это все такие глупости на самом деле. Это очень красивый спорт, это замечательная номинация. Это именно та номинация, которая раскроет вас полностью. Когда вы выходите на сцену, да, дефилируете вот эти вот 20-30 секунд, когда вы идете по сцене, это что-то невероятное. Эти эмоции, которые вы испытываете, они несравнимы ни с чем. Вот, и это стоит того. Я хочу пожелать вам удачи. Занимайтесь, готовьтесь. Это того стоит на самом деле.
получилось, что выступаю первый раз. С первого раза занял первое место. Очень несказанно этому рад. Огромное спасибо моему тренеру Илье Лисукову. Спасибо моей любимой за то, что поддержала меня все это время. На самом деле, без нее и без поддержки друзей, конечно, это невозможно. Выступил, все понравилось, очень хорошо, и буду продолжать дальше. Спасибо. Выступили наши почетнейшие ветераны, 40 лет, 50 и свыше 60 лет. Вот. Хочу поздравить Станислава Шахназарова с победой в категории от 50 до 60 лет. Вот. Выставил достойную форму. Классный турнир, классная организация, все по времени, без каких-то сбоев, музыка работает, зрители есть. Ну, везде бы так. Это классно, конечно, но немножко не хватает, конечно же, шоу. Шоу, я думаю, должно быть больше на таких турнирах, присутствовать. Ну и да, я думаю, что больше надо приглашать всевозможных звезд фитнеса там, и бодибилдинга, да-да, и привлекать мероприятие будет намного-намного больше.